двоечки, они с двумя иголочками. В чем прелесть этих иголок? Если нескольким кошкам идет одно и то же назначение, то есть один и тот же препарат, то мы можем воспользоваться одним шприцом, только меняя иголку. То есть тоже какая-то своего рода экономия. А так, конечно, мы не делаем всех кошек одним и том же шприцом. Нет, ну что, у каждого... То есть использовали как и человеку и выбросили. Ты, медсестра. Медсестра. И лапы. Ты моя такая девочка хорошая. Скажи, у нас не только ей, у нас тут трое собралось таких вот. Эти, конечно, не бедоси, да, но нам надо ехать к офтальмологу. И вот мы теперь собираем аппетит. Да, скажи, вот не прячься. Покажи свой глазик. Скажи, мы не знаем, но вот у нас надо ехать к офтальмологу на консультацию. Что с ним? Травм не было, ничего. Ну вот, может быть, врожденная. Хотя ребенок очень шустрый. Безумно шустрая девочка такая. Ой, у меня даже нос уже чешется. Хочу сказать, что ее уже братика-сестричку уже давно в семьях остались. Вот она еще с братиком черненьким осталась. Ну, так ее надо сначала к офтальмологу, но все равно она ищет добрые ручки, скажи. Семью свою еще, диванчик собственный еще. Чудо, все, прыгай. Нам пора уже приступать к лечению. У нас вот тут есть доска. Вот у нас есть доска, вчера нам подарили ее, мы сразу же ее повесили, сразу же уже написали. Хочу сказать, что может кто-то нам скажет, прошлый век, вы что, нельзя так? Нет, ребят, честно, нам безумно удобно, потому что мы видим, кто у нас на данный момент на лечении, мы видим с какого числа, по какое число, и точно не забудем, потому что мы писали бумажки, это все, конечно, здорово, но... Эта тетрадка часто теряется, коты ее могут разодрать. Несколько раз на нее переливали свою еду. Поэтому это все, конечно, здорово, но вот это для нас, в наших реалиях, лучше всего. Вини и Пенелопе сейчас Вираксу дадим и Юнидокс. Хорошо, вот у нас Виракса. Еще на минуточку сказать. Виракса, это не реклама, ничего. То, что посоветовал ветврач, я хочу сказать, оно работает. Но вот эта вещичка стоит 800 гривен. И еще попробуй где купить. И не хватает не так ненадолго. Главное, чтобы во всем вовремя увидеть, когда начать давать. Когда у котика начинают течь глазки, то есть первые вот симптомы простудного заболевания, сразу нужно давать Вираксу. С учетом того, что у нас их больше 120, ну, это, в общем-то, как в детском саду, когда вы ребенка привели, один заболел, и пошла цепная реакция. Вот здесь, в нашем детском саду кошачьем, то же самое. Вот. Так, сейчас достанем. Тут половинка, нам целую надо дать. Виракса. Так, пожалуйста, не скинь. Пенелопа. Вот, наша Пенелопа. Сейчас будем доставать ее. Иди сюда. Иди ко мне, девочка, иди. Да, кстати, это мамка вот этого чада, счастье. Да, вот как у нас уже лучше, уже не так текут глазки, мы уже не так сопим. Ну, а теперь сам процесс, кому интересно, как это. Кажется жестоко, но по-другому это никак. Открываем пасть, делаем вот туда и поглаживаем. Вот, и тут у нас есть полтаблетки Юнидокса, которая, к сожалению, надо целую, но у нас нет полтаблетки, то же самое. Потом мы делаем все. Ой, обняшки, она убежала. Пошла гулять. Она бобтейл. Да, Нуарушку. Такие жестокие иногда. За шкиворот приходится брать. Да, Нуарка моя Нуарушка. Ну, нежность такая, молоденькая девочка такая. Какой пугливый. Где капли наши? Капли. Ты, не помогай. Берем ребенка, да? Ребенка берем. Так вот, чуть-чуть за шкиворот, чтобы у нас глазик открылся. Она его закрывает, ничего, сейчас делаем кап. Теперь у нас вот такая вот вещь. Так, оп, серединку, чтобы попала. Оп, попала. О, все туда, раз, спрятали.